Всем привет, с вами Аурум, и да, это свершилось, Аурум впервые в жизни зачитал. Я никогда не думал, что это мое, и не уверен даже сейчас оценивать только вам, поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, зашло вам, не зашло, услышали вы что-то о себе, о том, что вы видите в игре Brawl Stars или нет. Ну и еще хотелось бы добавить, что это только полтрека. Я максимально спешил, чтобы сделать годноту к появлению Леона Акулу, но немного не успел, потому что разработчики поспешили с релизом Леона Акулы, поэтому это полтрека. Полный трек выйдет через 2-3 недели вместе с анимационным клипом. Вы меня тоже много раз просили, чтобы я замутил клип, зачитал. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите услышать полный трек и увидеть еще и анимационный клип к этому треку. Ну что ж, давайте послушаем, как же появился Леон Акула, ребят. Не выжить без тимы, прям как без буста на старте. Я человек капюшон, не готовлюсь со всеми драться. В ШД меня здесь не любят, боюсь я в соло остаться. Я буду бегать от всех, пока там все будут сражаться. Чувства долга во мне нет, ведь я совсем ни с кем не тимлю. Смотрю на то, как все воюют и как долго бились. Но что-то вдруг случилось, и все стали резко тимиться. Убегаю от быка в тандеме вместе с Шелли. Я убегаю долго, но они меня просто не поймут. Юзаю инвиз в кустах, теперь меня уж не найдут. Долго бегал я по кругу, уже время поджимает. Убегаю я от Брока, он меня не добивает. Я остался против всех, и будет мне так тяжко. Я чувствую, скоро умру, но это мне не важно. Но я увидел синий силуэт и стало страшно. Он находился прямо в речке рядом вместе с пляжем. Gold on my wrist, я эгоист. Я ни с кем не тимлюсь, ты попал в блэклист. Прыгаю я в реку, там себе нашел костюм я. Это было правда, никому не вру я. Gold on my wrist, я эгоист. Я ни с кем не тимлюсь, ты попал в блэклист. Прыгаю я в реку, там себе нашел костюм я. Это было правда, никому не вру я.